Девочки, всем привет! Мы сегодня с вами в нашем любимом магазине. Что тут стоит у входа? По поводу чего? Какие-то выпускной, что ли? Что-то нарядное? Бусики жемчужные, туфельки на платформе, шляпки? Или, может, это что-то отпускное? Я даже не знаю, что означает эта витрина, к чему они ее выставили. Видите, они всегда тематически у входа выставляют какие-то витрины, в том смысле, что там, ну, матери и так далее. Так, идемте в украшение. Так, ну посмотрим. Судя по витрине, сегодня ничего интересного нас не ждет. Особенно потому, что там ничего нового интересного мы не видели. Я не видела. Даже не снимала на витрине, потому что ничего не просила показать. Ну вот нас встречает вот такая вот брошечка. И, не знаю, маркировки нету, но симпатичная. Давайте я в тележку положу, а там мы, как всегда, разберемся. И здесь была еще одна, мне показалось. А, вот интересный ключик, смотрите. Я опять, как всегда, с середины начала. Смотрите, какой ключ за 3 бакса. Наверное, не винтажный. Наверное, ничего в нем такого особенного нету. Судя по всему, но симпатяга, симпатично. Давайте положим его в тележку в мою, как всегда, а там разберемся. Так, мне тут в прошлый раз писали про браслет, который я пропустила. Я пытаюсь его найти, но я его не вижу. Все, я пошла в начало. Я, как всегда, шла-шла. По дороге зацепилась за что-то, что мне в глаз. Прыгнула мне в глазик, но не знаю, на витрине ничего не было. Обычно на витрине бывают какие-то интересные вещи, красивые серьги, тяжелые такие за 5 долларов, но я не вижу никаких маркировок, и их уже кто-то крутил-вертел. Я сегодня в неурочное время приехала. Позже обычного, и, наверное, уже я все пропустила. Все уже разошлось, разбрелось. Кто-то уже до меня, наверное, здесь покопался. 4 доллара браслет, очень похож на кора, типа вот такого, но я не думаю, почему нету маркировок. Не так себе, хотя, наверное, он винтажный. Ну и так, ничего особенного. Даже как-то на стенде пусто. Наверное, я сегодня плохо приехала. Не очень удачно, но посмотрим. Так, что вот это такое красивое? Маркировка какая-то интересная. Си написано. Что за си? Маркировка. Так, такое вот украшение, скорее всего, современное. Да. Так, что-то поломано. Ой, сейчас у меня упадет оно. Давайте посмотрим с вами. Что-нибудь увидим или не увидим. Браслет какой-то. Вот какие-то сережки. Брошка такая смешная. Ну, не знаю. Я, конечно, много чего пропускаю. Вот эти красивые серьги за 4 доллара. Я знаю вот этот бренд. Я все время забываю название. У меня есть брошек парочку таких. Ну, что-то я нет. Я уже как-то очень избирательно покупаю, потому что у меня очень много всего. Надо мне какой-то сделать уже. Здесь вот есть брошки, смотрите, новые в этих пакетах, но это, конечно, не винтаж никакой. Они вот уже в упаковке за 5 долларов. Это, конечно, китайский сайт. Здесь их несколько, вот такие вот есть. Так, пока я вешу этот чертов мешочек в
Вот такая есть, вот такая корона. Прям красивая, но это, конечно, современная. Современная брошь. Скорее всего, с китайского веб-сайта. Но стоит она $4. Вы знаете, она ведь красивая. Но я стараюсь покупать винтаж. Поэтому вот это я пока оставлю. Ну, как бы я покупаю не только винтаж, не поймите меня неправильно. Я покупаю современные изделия тоже. Смотрите, какая интересная штучка за $4. Приятная брошь. Вот это вот винтаж, скорее всего. Маркировок нету. Я покупаю современные изделия, если они какие-то хороших брендов современных или какие-то очень красивые. Или что-то в них есть такое необычное. А если нет, то нет. Просто китайская, знаете, ну, китайскую брошь, даже если она красивая, я не стану брать, потому что я могу... Зачем? Я могу ее заказать... Что-то здесь было мне... А, вот зонтик. Я могу ее заказать с китайского сайта. Зачем мне ее здесь покупать? Там, наверное, даже дешевле будет. Смотрите, симпатичный зонтик. Тоже не маркированный. Кто-то уже его рассматривал и маркировку не нашел, поэтому оставил. Я, конечно, сегодня приехала поздно, надо было мне пораньше, но надежду не теряем, потому что все-таки все люди с недостатками, и даже если кто-то уже здесь что-то перебирал до меня, возможно, что этот человек что-то не заметил. А вы помните, я нашла клипсы Кора вот такого же, таким же цветочком в прошлый раз. Очень красивое ожерелье, блестящее такое, но маркировок нету. Скорее всего, что это, конечно, что-то современное и застежечка современная. Был бы крючок, я бы еще подумала. А так, даже как современное изделие, в нем нету никакого интереса. Браслет с такой головкой. Так, тут вот какая-то брошь. Брошь. Ну, что вы скажете? За $2. Что-то они так дешево оценили совсем. А на вид, так я бы сказала, что она не такая уж и простая. Хотя тоже, наверное, современная. Но очень красивая. Очень красивый кристалл, смотрите. И по кристаллам, судя, она не очень-то и современная. Но сзади очень-очень новая на вид. Не знаю, посмотрю пока. В тележку положу $2. Пускай будет. Вернее, пускай в тележке полежит. А там... Ой, ну что-то я наехала. А там мы разберемся. Сережки упали. Одна сережка. Ой, девочки... Красивый кулон, смотрите какой. Мне кажется, что он какой-то непростой. Ну, маркировок нету никаких. И здесь застежка. На застежке тоже ничего нету. Стоит он $5. Не знаю, такое впечатление, что он какой-то брендовый, но нету маркировки, поэтому не знаю. Так, по сравнению с прошлым разом. Ничего нового. Я здесь очень давно не была, на самом деле. То видео, которое вы видели последнее из этого магазина, я снимала давно. Очень давно. Так, что вот это такое? Вот это что такое интересное? Мадонна. Ага, это что-то религиозно-церковное. Так. Набор камея. Ну... Почем он? $6. Камень. Знаете, она очень неплохо сделана. И сзади обратная сторона выглядит как винтажная. Длинная игла. Сережки, правда, по-моему, не от нее. Хотя... Понимаете, сережки другие, но продают их набором. За сколько? За $6. Камея, похоже, старенькая.
Так, тут у нас парочку брошечек. Вот такая интересная штучка. Нигде не тоже. Видите, этикетка вся покоцанная, значит, ее уже кто-то пытался понять. В общем, она винтажная. И еще вот такая вот интересная за $3. Смотрите, простенькая, но очень интересный цветок. А, это застежка для... Это брошь-застежка для... Ну, держалка для платка. Я положу в тележку, а там мы посмотрим. Так, интересный локет здесь. Интересный локет. Ничего на нем нету. Нету ничего. Какого-то. Но все-таки что-то я нашла, несмотря на то, что я совсем ничего. Сначала мне показалось, что совсем ничего. Браслет винтажный, но в не очень хорошем состоянии. $3. Не знаю, если он маркирован. То посмотрим. А, да, кора. Ну, видите, он немножко такой ободранный. Ладно. Положим в тележку. Там решим. Так, что за цветок такой? Цветочище китайский. Красивый. Сердечко. Вот эти сережки мы, по-моему, видели. Ну, по-любому, они такие ободранные. Ой, эта девушка ходит рядом со мной. Прям такая. Похоже тоже. Типа меня. Так, смотрите, $4. Интересные клипсы. Ах, потеряна жемчужинка одна. Да, я знаю, это легко-легко можно починить, но я та еще чинила, поэтому я не беру. Запонки красивые какие, интересные. Но я не покупаю запонки, потому что совсем... Это совсем не тот товар, который я могу использовать хоть как-то. Я сама не ношу. Ну, понятно, что я сама не ношу, но... Никто у меня в доме их не носит. Продавать я пока не продаю, хотя собираюсь. Но, по-моему, запонки не очень-то просто продаются, потому что сейчас они очень-очень редко кто их носит. Красивый какой, какое украшение, смотрите. Очень много всего тут намешано, и бабочки, и все. Так, вот это бусики старенькие, с такой застежечка-бочка, ну, такие, ничего особенного. Так, неинтересно. Что еще у нас тут интересного? У меня сегодня большая конкуренция. Вот это вот в прошлый раз я не взяла. И все смотрела, когда на видео, и думала, может стоило взять его. Вы знаете, оно дождалось меня. Я положила в тележку и сделаю, посмотрю по картинке, поиск сделаю. Хотя оно в не очень хорошем состоянии. Вот. Поэтому, наверное, тоже. Потому что я знаю, что вот этот белый металл, это какой-то винтажный бренд делал. Но он в не очень хорошем состоянии. Видите, вот здесь вот металл облез. Да, поэтому не будем брать. Что-то интересное. $2. Какая интересная. Кулончик. Интересно. Так, смотрите, вот такой слоник. Потерянными камушками. Интересная застежка здесь. Маркировок нет. Так, что здесь за жемчуга у нас? Висят. Судя по застежечке, что-то старенькие бусы. Какая-нибудь Корея, Япония. Но маркировок нету. И они такие простенькие, пластиковые. Больше как здесь холодно сегодня. Состояние не очень. Просто пластик такой не очень хороший. Так. Что это такое? Это фигня.
Это фигня. Ну что, девочки, сегодня не очень у нас улов. Но, как вы знаете, когда я произношу эту фразу, тут я начинаю находить что-то красивое. Вот, например, такой кулон с бабочкой. Ну, он, конечно, современный. Маркировок никаких нету. Кстати, зеленый кулон. А, есть маркировка. Ким энд Ко. Не знаю, что это такое. Зеленый кулон в прошлый раз я не купила, потому что у него была поломана цепочка. У него такая была цепочка, сделана из такого, знаете, как сказать, такая, как жгут. И она была поломана. Если бы просто была порвана, то ее можно было бы починить. А так, поскольку она была сильно дэмэджд, я его не взяла, тем более, что сережки к нему я не нашла. Что за брошь? Старая какая-то, ну да, старая, судя по застежке. Ну такая какая-то вдовья грустная. Не хочу ее, не нравится она мне. Так, тут всякие сережечки, опять запонки. Так, девочки, я, наверное, сейчас выключусь и буду ходить без вас, потому что с вами я отвлекаюсь. А вы, если что-то найду, покажу вам. Смотрите, какие красивые. $4 бусы. Ну, ничего особенного. Кольца. Вот эти кольца неинтересные. Кольца обычно. Самые интересные кольца лежат за прилавком. А здесь всякая барахло. Здесь еще вон всякие значки. Но сюда тоже иногда попадает какая-то брошка, которую, например, кто-то хотел. Что за часы? Кто-то хотел взять и передумал. Код де Азур. Красивые, кстати, часы, такой красивой формы. Часы я тоже как-то никогда не покупаю. Не знаю, я вообще не по часам. Часы не моя, так сказать, эрия интересов. Боже, какая здесь целая большая такая машинерия. Цепь красивая, есть какой-то шилдик. Но на нем непонятно, ничего нету. Вот такой вот кулон. Ой, в общем, девочки, я приехала к шапошному разбору. Здесь уже все разобрали до меня. И мне уже ничего не досталось. Просто потому, что я приехала сегодня поздно. Потому что раньше я приехать не могла, к сожалению. Вот это за безель. Несколько ниток. Безеля. Наверное, после сегодняшнего видео вы мне тоже что-то напишите. Я, наверное, тоже что-то пропускаю. Но селяви, потому что мои глаза... Классный, кстати, пластиковый браслет на лето. Прикольный. Смотрите. Не знаю. Ну, невозможно все купить. Я и так уже... Дом завален и затарен. Так, это интересно такой... Резиновый браслетик. Вот это что-то такое офигительное. Офигенное. Все, выключаюсь, потом включусь, если что-то найду еще, покажу. Смотрите, вот такие клипсы нашла. Хочу посмотреть за $2. Что-то они чем-то маркированы. Кора. Брать, не брать. За 2 бакса. Ну, маркированные клипсы, симпатичные. Положим в тележку тоже. Лягушенция, жабка. За $5. Кулон, кстати. Жабка-кулон. Ну, не знаю. Жабка, скорее всего, современная, не винтажная. И стоит $5. Оставим. Чашечка. В общем, короче, все, что с прошлого раза было, все раскуплено, потому что на самом деле я не была здесь почти месяц. Тосканский фарфор сделано в Англии. Я думаю, что это ручная роспись. Она тонкая, нежная. Посмотрите, какое блюдце. И стоит она почему-то $8. Почему-то дешевле, чем обычно здесь.
Ну, может быть, она не в самом лучшем состоянии, но она очаровательна. Посмотрите, она розовая. У нее вот золото немножко сошло. Но посмотрите, какая она хорошенькая. И прям так вот так ручками расписана. Очень мне она нравится. Прыгай, чашечка, ко мне в тележку. Давай. Добро пожаловать. А так, что-то ничего, что-то вот это, не, ну это что-то современное. Вы знаете, все раскупили, что было в прошлый раз, потому что раскупают у нас, как не хотите, но раскупают, тоже английская. Тоже по 8. Видите, они как-то немножко стали дешевле оценять. Странно. Всегда были по 10. Ну, это такие цветочки. Не знаю. Тоже старенькая и такая легкая-легкая. Ну, ничего особенного. В смысле, цветочки. Так, вот такие красавицы. Их тут 4 чашки, блюдец нету. Я только не пойму, что за производство. Вот видите, 4 здесь симпатичные, но я не знаю. Так, все, тарелок с прошлого раза нету. Вообще все раскупают, все, что я не покупаю. Вот эта чашка только осталась, она была в прошлый раз, ее никто не купил. Кстати, она красивая, но единственное, я уже, по-моему, в прошлый раз говорила, что она какая-то мрачная. Мрачная какая-то, такие, знаете, эти вот. И она такая толстая, тяжелая какая-то. И вообще какой-то плющ такой, знаете, какой-то пессимистичный расцветочек. Так, ну что, мы в книгокартинном. Книгокартинно-кассетном мире. И улов у меня сегодня не очень, честно вам скажу. Чашка. А из того, что вы не видели, я выцепила вот такую вот. Брошь. У меня есть такая, но за $4, поскольку она подписана, я подумала, пусть будет еще когда-нибудь, может быть, пригодится. Это сарочка, конечно же, как все, что у нас сплошные сары. У нас очень много сары. Ну вот, из того, что вот, ну, вы видели, ничего такого, если честно, ничего особенного. Даже не знаю, что из этого я оставлю, потому что все такое... Ключик прикольный, браслет Кора подписанный, но у меня много таких браслетов, а он не в самом лучшем состоянии. Видите? И даже вот там, где маркировка, он довольно ободранный. Не знаю даже, сколько он стоит. $3. Ну, у меня такого точно нету, но есть много похожих вот таких вот из металлических. Я что-то не пойму, это он облезлый или это он такой должен быть? Я думаю, что все-таки это он облезлый. Короче, не знаю. А так, вы знаете, ничего такого. Ну, вот Кора, вот эти вот серьги тоже так, ничего особенного. Безымянные какие-то вот такие вещи. Вот эта штуковина непонятного мне происхождения. Вот камеи. Камеи неплохие. По-моему, неплохие. Зонтик. Не знаю, возьму или нет. Цветочек симпатичный, мак. Ну, это такой, может, даже тематический канадский. У нас тут маки на День памяти. Хотя нет, это, конечно, он не по этой части. Ой, девочки, не знаю. Короче, сегодня улов так себе. Посмотрим, что из этого я возьму, что оставлю. В общем, но чашка, конечно, такая чудная, просто прелесть. Все. Всех люблю, целую. С вами была Дита. Надеюсь, что вам понравилось, было интересно со мной сегодня. Всем привет из Канады. Всем пока. Бай-бай.